Обычно со словом смирение ассоциируется какой-то такой человек, неудачник в жизни. Неудачник в жизни. Ну вот у него ничего не получилось ни в бизнесе, ни в семье, он весь такой забитый, ему надо как-то существовать. Его туркают туда-сюда, вот здесь помой, здесь вот поделай. Ему деваться некуда, и он так вот смиренно все это делает. Неудачник. Смирение как-то с неудачностью ассоциируется, с какой-то забитостью. Человек так везде по-пластунски ползает, потому что он очень неудачливый. Но смирение, о котором идет здесь речь, смирение, значит, человек признает своей полной зависимости от Бога. Я сейчас объясню этот термин, вы поймете, почему люди, почему Госвами проявляет это качество смирения. В любой традиции это есть. Смотрите, если в первом случае человек видит просто этот свет, почему он становится смиренным? Да потому что его не интересуют временные колыхания волн. Вы придете к нему и говорите, а давай с тобой поспорим. Знаете, вот так вот, амбиции есть. Какой-то человек, считающий себя очень умным и хочет доказать другим, что он такой умный. Он говорит, давай поспорим с тобой. Как смотрит Госвами на этого человека? Да его не интересуют эти споры. Его не интересуют эти волны. Его не интересуют эти амбиции. Он просто безразличен к этому. Он говорит, да я не хочу с тобой спорить. Так ты испугался? Так ты проиграл? А его не интересует, не проиграл, не испугался. Поэтому такой человек автоматически очень смиренный. Это один уровень. Более глубокий уровень. Он смиренным становится не потому, что его амбиции не интересуют, а потому что он влюбляется в Бога. Рассказывают притчу, интересную притчу про двух христианских монахов. Они шли где-то в Урюпинске, ну, по улице, ну, там, в давние времена, идут по улочке и разговаривают друг с другом. И один другому говорит, я такой падший. Он говорит, да нет, нет, это я такой падший. Нет, ты не понимаешь. И вот они так вот общаются мирно о том, насколько они падшие. А рядом за ними шел человек, какой-то купец. И говорит, а от них, значит, свет идет. Видно, что люди контролируют свои чувства, похожие на Госвами, и говорят о том, насколько они падшие. Ну и ему стало интересно, он остановил их, говорит, святые отцы, объясните мне, пожалуйста, вот вы говорите о том, насколько вы падшие, но я не могу понять, почему вы так говорите. Он говорит, ты кто такой? Ну, я вот дядя Гена, местный бизнесмен. Местный бизнесмен. Здорово. Если ты, ну, то есть у меня тут свой точка торговая, ларек, продаем водку. Угу, понятно. Доход есть, супер у меня все. Все налажено. Квартира хрущевская с евроремонтом. Все нормально у меня. А вот если ты сейчас приедешь в область, ну, там какой-то областной центр, кем ты там будешь? Ну, у меня там есть друзья. Я думаю, даже меня как-то позовут на местный бизнес-ланч. Он говорит, хорошо, а если ты приедешь в Москву, кем ты там будешь? Ну, в Москву я не знаю. Я там никто просто. Говорит, вот точно так же. Чем ближе человек начинает узнавать этот источник всего, тем больше он понимает, сравнивая себя с ним. Видите, да? Сравнивая себя с ним, тем больше он понимает, насколько он маленький. И даже не это самое интересное, открывая вам сокровенные вещи, даже не это самое интересное. Самое интересное, что эти люди, почему они становятся смиренными? И знаете, с таким энтузиазмом говорит, да мы просто слуги Бога, мы рабы Бога. Так смотришь, это странно выглядит, как-то неприятно, зачем они так говорят? Ну, а как влюбленные говорят? Вы же влюблялись, помните? Помните, влюблялись? Да я все, что угодно могу сделать, там, звезду достать с витрины, если надо. Да я могу вот это. Почему человек готов целовать песок? Представляете, это же не гигиенично. Серьезно, мужик ползает по песку, целует песок. И все понимают, но это любовь. Это любовь. Все нормально. Так ведь, да? Так вот люди, когда они узнают качество Бога, они просто в Него влюбляются.
Нам сейчас непонятно, мы же не тот мужик, который ползает по песку, мы не понимаем, чего он ползает. Но вот если бы мы знали, ради кого он ползает, мы тоже поползли. И когда человек, вот этот, от ему это приходит откровение, он начинает понимать природу Бога. Есть Писание, говорится, что когда человек понимает природу Бога, он не может в него не влюбиться. Такого не бывает. Вы только представьте, вот у вас есть близкие люди, которые вот, ну, друзья ваши или возлюбленные. Но вот кто из ваших друзей или возлюбленных настолько близок вам и настолько помогает вам, что помогает вам переваривать пищу? Кто-то из ваших друзей и подруг, так, знаете, помогает вам переваривать пищу. Ну, как-то, знаете, не гигиенично тоже. А вот Бог помогает. Он говорит, я огонь пищеварения. Представляете, какая интимная помощь. Он это делает там. Вы говорите, у меня вот есть друзья, которые вот знают мои мысли, вот они меня понимают. Но вот он знает ваши мысли лучше, чем знаете вы их. Самое близкое существо, которое находится внутри нашего сознания, он внутри всего, в том числе, внутри нашего сознания. Никто, как он, не понимает, чем мы живем, о чем мы думаем. И при этом он все это поддерживает. И мне вот больше всего самого, ну, как-то восхищает, что он все это делает, держит это все, как нить, пронзает все это, держит на себе. С другой стороны, он держит нас, позволяет нам жить хулиганской жизнью, смотрит на все это безобразие. Ну, мы хотели просто так пожить. Хочется, чтобы мы так не жили, но не вмешиваются в нашу жизнь, ну, прямо, потому что уважают нашу свободу. Говорится, один вечный, нитьё нитянам, читанаш читананам, и кобаху нам, йовидатхати каман. Из многих вечных есть один вечный, который с незапамятных времен исполняет желания всех остальных вечных. И при этом он не заявляет, а чё это вы меня не видите? Он не вмешивается в нашу свободу. Вот никто из нас, нормальных людей, так бы не смог сделать. Вот представляете, вот есть здесь жены, и представьте такую ситуацию, вы готовили для своего мужа, возлюбленного, вегетарианский пирог. Вегетарианский пирог готовили. С третьей попытки он у вас получился. То есть первая попытка, ну, потратили полдня. Ну, вот с вегетарианских вкусняшек скачали рецепт, там стали что-то делать, спалили. Нет, но он же придет. Вы второй раз это делаете. На третий раз у вас получилось. Он приходит с работы, уставший. Вы, значит, держите этот торт в руках вот так. Смотрите, улыбаетесь. Он, значит, ну так как уставший, сознание полностью, ну, не добивает сильно, да? И он только открывает дверь и видит торт. Само. И судя по запаху, сначала был взрыв. Он говорит, надо же, эволюционным путем. Такой замечательный торт. И как вы себя чувствовали на месте этой хозяйки? Вы просто взяли бы этот торт и намазали ему тонким слоем по лицу. Да, ты что такой негодяй вообще, неблагодарный? Ну так вот нормальный человек среагирует. А Бог? Он нас обслуживает, переваривает за нас, кормит нас, поддерживает нас. А мы говорим, надо же, как все само произошло. Потрясающе. И вот когда до Госвами доходит вот эта истина, ну, когда сознание начинает, ну, добивать до этих просторов, да, ну, кама уходит, и он начинает видеть реальность, он просто говорит, Бог, слышь, ну, что мне делать-то вообще? Но не бывает так. Вот представьте себе ситуацию. Вот столб. Ну вот железка вот эта. И вот испытайте, знаете, такое чувство благодарности и любви к этой железке. Ну давайте напряжемся вот так вот. Железка, ну ты вообще мощная какая. Ради тебя я готов даже пропустить обед.
не так это происходит. То есть, когда вы, то есть, человек не может вот так вот любить железку. Если вы вот вспомните опять этих госвами, о которых мы говорили, да, Иисус Христос, да, другие святые. Почему они вот так могли вести себя? Они пришли на такие жертвы ради кого-то. Почему они ради кого-то так делали? Да потому что они чувствовали, как он к ним относится. Да не бывает так, что ради железки люди это делают. Или какого-то, знаете, такой злой, сварливый старик. Знаете, такой вредный, сварливый, или, значит, жестокий такой. Тогда это страх. И люди из страха, и там видно, что из страха они не любят его, они не готовы на жертву. Они делают вот от сих до сих, а потом свободное время. Там нет любви, там работа просто. Но эти же люди влюблялись. Почему? Да потому что тот, кого они видели, что как он к ним относится. И вот смирение – это естественное качество, которое приходит госвами. Он очень смиренный человек. Он смирен перед Богом, он влюблен в Бога, потому что видит, насколько Бог любит, значит, делает для нас все.